На освобожденных от оккупации азербайджанских землях ускоренными темпами проводится работа по восстановлению, реализуются новые проекты. Одним из таких является железная дорога Городис-Агбенд. На линии установлено 9 станций: Городис, Марджанлы, Махмудлу, Хакари, Султанлы, Гумлак, Минджеван, Бартас и Агбенд. Всего на дороге построили 3 туннеля, 41 мост, 7 путепроводов. В общей сложности свыше 500 инженерных сооружений. Работы по строительству железной дороги Городис-Агбенд, протяженность которой составляет 110,4 километра, выполнены на 83%. В результате реализации проекта установлено прямое транспортное сообщение с Нахчеваном и Турцией. Главное преимущество – железная дорога будет иметь большое значение как для граждан, передвижения граждан, так и для перевозки грузов на освобожденные территории Азербайджана. Как отметил замдиректора Департамента управления строительными проектами Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Кианан Рзаев, большая часть проектных работ завершена. Строительно-монтажные работы железнодорожной линии выполнены наполовину. Проект планируется завершить в 2025 году. Кроме того, на 75-м километре железнодорожной линии Городис-Агбенд впервые после обретения Азербайджаном независимости строится лавинозащитная галерея, которая предназначена для защиты железной дороги от камня. Обвалов. Ее длина составляет 144 метра, и конструкция позволит в будущем электрифицировать железнодорожную линию. Тоннель на 106 километров в линии длиной 1071 метр строится с возможностью последующей электрификации. Строительство ведется по так называемому австрийскому методу, что оптимизирует затраты. Азербайджанские железные дороги завершила 57% работ по строительству железнодорожной линии Городис-Агбенд. В то же время завершено разминирование вдоль участков железнодорожной линии протяженностью более 100 километров. Но работы на участках, требующих расширений, продолжаются. В целом строительно-монтажные работы проводятся в 3 этапа. Фундамент железнодорожной дороги Городис-Агбенд был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале 2021 года. Ранее существовавшая однопутная железнодорожная линия, по которой до начала Первой Карабахской войны ездили поезда Баку-Ереван-Баку-Нахчеван, была разрушена в 1993 году после оккупации азербайджанских земель армянскими вооруженными силами. На протяжении 27 лет конечной остановкой поездов была станция Городис Физулинского района. Новая же линия пролегает от Городиса до поселка Агбенд Зангиланского района. Нармина Хамбабаева, Пяридуния Малиева, Намик Гасанлы, CBC.